преддверии Дня России в Видновской школе номер 5 для всех желающих прошел открытый урок «Что я знаю о родине», где юные читатели библиотеки номер 1 смогли блеснуть умом и продемонстрировать свои знания о России. А сейчас кто у нас президент? Ну, викторина будет посвященная, естественно, Дню России. Будут каверзные вопросы для детей. Ну, я надеюсь, что они с ними справятся. Вот. И презентация, которая расскажет о истории самого праздника, его возникновения. Ребята хорошо подкованы в вопросах, касающихся государственных символов. Для них не составило труда ответить, как выглядит флаг Российской Федерации, кто сейчас глава государства, и даже без запинки спеть гимн. Дети рассказали, за что они любят свою родину. За что ты любишь Россию? Я люблю Россию за ее красивые пейзажи и за ее мужественный флаг, и за то, что она всегда всех побеждает. Потому что русские не сдаются. Россия, она самая огромная страна. Любимая наша страна. Это родина наша, любимая. Викторина получилась увлекательной, и ребята узнали много нового об истории России, а значит, основательно подготовились к наступающему празднику. Инга Янчук, Кирилл Махров, Ольга Садовская, Видное ТВ.